Всем привет, друзья! Меня зовут Руслан, вы на канале GVG. Вчера в связи с действиями террористов выключили у меня свет, поэтому заставочка сбросилась, Quick Resume сбросился, и, собственно, сейчас зайдем в игру, и я надеюсь, что нас загрузит на 13 главе и будет заставочка, потому что заставочку мы вчера так и не посмотрели, и это, скажем так, не особо прикольно. Это ж, кстати, корабль той бабы, кто обратил внимание на главные заставки. Так, хорошо, тут пишут, в общем... Вот, есть заставочка, слава богу, потому что я на самом деле переживал то, что все пошло не тем сценарием. Please, Hugo. Say something. Look at me, please. I need you. Amicia, we can't stay here. He won't talk to me. We need to leave. Hugo, answer me. Amicia, we need to leave. To go where? The harbor. We're leaving this place. I want rest. You can rest when you're safe. We will never be, Lucas. Never. There can be no peace for us. Look at him. I'll lead the way. Don't think. Just follow me. I'll be your path. For the both of you. I'll carry you if I must. But I'm taking you out of here. Take a deep breath and stand up. You did it. Come on, Hugo. Good. I'm taking you out of here. Вот. Я там защитница, я классная. Теперь я хочу отдохнуть. У нас не будет никогда нормального места. Все будет очень плохо. Я же говорю, когда эта вся херня надуманная, а не есть по факту, то сразу начинаются сомнения и прочая тема. Вот, это равносильно тому, что ты знаешь, вот, что ты Руслан. Значит, ты Руслан, и все, как бы это уже ничего не изменит. А когда ты это себе придумал, то тебе говорят, что ты какой-то там Митяй, то понятное дело, то, что ты уже начинаешь сомневаться. We have to fix it. Do it. Don't move. It's gonna hurt. Ну, сейчас... Этому мальчику вообще уже по боку все. Ну что, защитница, идем. Ну он уже что-то совсем вареный стоит. Он же стоит, смотрит в одну точку. Я что, за пацана играю, а не за бабу? Дыши, дыши. О, нормальная тема, там ништячок лежит. Я, кстати, ни разу вот это вот не кидал какой-то там сундук, какой-то там, кувшин прикольный, там, взрывной какой-то или еще какой-то. Так. А что здесь ни хера нет? А есть сундук? Топовый при том. Собирайся, баба.
что с тобой такое? Инструменты. Так, я тут не заблужусь. Так, стоп, а это я уже брал. Ну что, идем, идем вперед. Тут верстачок, да? Верстачок. Anything will help. You need it. Блин, мне не хватает. Реально одной детали не хватает. Это просто жесть. Ничего страшного, еще до хрена глав, поэтому я думаю, что мы еще улучшимся. Look, up there, an opening. It's our way out. How do we? The upper floor. There may be things up there we can use. I'll look. Stay with him. Amicia, you're still hurt. Try to bring him back. However you can. Please. Fine. Так, здесь мы не залезем. But don't go too far. Да не пойду я никуда, не боюсь. Well, Hugo, так, что у нас здесь? Здесь у нас можно... Right. The macula's mark, though, it looks larger. Must mirror the spread inside your mind. Let me see your eyes. Pupils not dilated. You're barely blinking. Столб с веревкой, хорошо. Can't move this thing from here. Эту штуку тебе никогда не сдвину, да? А значит, мы делаем это вот так. Вот и все. А ты говоришь, никогда не сдвину. Баба, все, что ты думаешь, это сплошной пиздеж. Вау! Друзья, так все, хватает. Хватает, награет, я думаю. Можно будет сейчас вернуться к этой теме. Так, что делать с этой штукой? Здесь что-то у нас скрыто. Как я погляжу. Да, что-то скрыто. Какие-то ништяки. Так, что здесь? Баба, ты не думала, что надо было просто его убить, и таких ситуаций бы у тебя не возникало? Я так понимаю, это какая-то глава про нытье этой девки. Беспорядок тут. О боже, это ж надо сразу. Как будто у тебя дома это происходит. В какой-то, блин, подземной тюрьме там она беспорядок нашла, и сразу все плохо. Так, что нам здесь надо сделать? А что нам здесь сделать надо? Что-то ж надо куда-то скинуть. А что, куда? Тупо не пойму. Но, скорее всего, вот. Нашел. В тени. Чпок. Сейчас все будет окей. Его сознание больше не здесь. Let's use this thing. Come on, Hugo. Короче, такое. Ну все, дождались. Когда пиздючок, собственно. Let's see what can be done. Я решил нас покинуть. Так.
О, Дорис, это... Much better. Так, у Дорис это шляпа. Давайте посмотрим, что там вообще за... Так, Игнифер. Смола. То есть, когда эту хрень кидаешь в огонь, то получается взрыв. Прикольно. Ну, на самом деле, проще на это, как его... Огонек бросить, это будет удобнее. Что, что-то не получается, да? Нормально. Да в смысле не собраться? У вас же руки, ноги есть. Тут же ничего невероятного. Мисио, let's push and see what's behind. Тут какой-то ад. It will kill the sun. What? The sun killer. The light devourer. It's the nebula the old texts talk about. It's real. I'm home. No. No! This isn't home! Hugo, look at me! It's not him, Amicia. It's the macula talking, trying to fill the void, left by your mother's death. Вот, защитница будет рядом с ним, значит, все будет с ним хорошо. We can still finish this. You hear me, Hugo? We can find that bastard count and kill him! No, enough! Amicia, we need to leave this damn rock and take him away from here. He's drowning. Amicia, focus. You need to push back. Talk to him. Keep him afloat. He needs you. All right. All right. Я защитница, с ним будет все хорошо. Блять, это настолько, вот реально я смотрю и думаю, насколько же это тупая баба. Это просто жесть. Что там за херня? Тут такое впечатление, что, блять, зерги атаковали планету. Ну реально, это какой-то прям пипец. Так, что нам делать? Уходи, уходи, девочка, уходи, уходи. Все хорошо. Вопрос, куда да... А, факел здесь есть. Ну, тогда вопрос решен. А что у нас тут-то? Ага, понятно. Короче, вот эта вот штука, она тушит факел. Понятно. Я думал, там, в связи с тем, что какая-то мутная штука, то... типа... это как его, там нычка какая-то, но как видите, нет. О, какой-то челик здесь, много челиков. Прикольно. Тут... О. С днем рождения. Так, там все, идем. Идем туда. Stay cautious. There's more. I see them. Так, нам в ту сторону. Careful. Нормально. Да осторожней, что осторожней? Смотрите, сколько здесь ребят.
прям не знаю. Кто-то ж их складывал еще так. Вот, здесь что-то большое. Прикольно. Привет, братья и сестры. Как это работает? Как это работает, я не понимаю. То есть там какой-то ветер, да? Ну, что делать? Куда идти здесь? Назад разворачиваться или что? Ну, там вон мостик видно, то есть... Я так думаю, что, что мостик это то, что доктор прописал. Что делать? I felt his body spasm right before it'll burst. I told you, his bond with the macula is getting stronger. I know you're still there, Hugo. Please hold. Ну прикольная, прикольная глава, прям такой, как какой-то хоррор вроде играешь. Вокруг пиздечки ползают, прям вообще. Эпичненько, эпичненько, скажем так, ну прям, прям неплохо. Ну все, мы вышли, а ты, баба, боялась. Ну, ты ж защитница, все, все. О, а там еще. А что здесь? Здесь. Какая-то тема. Lucas, there's something ahead. I see it. What the hell? Ну, я же говорю, здесь зерги какие-то. How many are there inside? Yes, I'm here. Hey, I'm waiting. Let's go, Lucas, now. Yes. Come, Hugo. No. I'm staying. There is nothing here for you. This is home. This is... Stop! You're coming with me, whether you want to or not. You hear me? He's coming with me! You made it so angry. Дура, блядь. They're coming! Run! Вот, stay close to the wall. Вот почему она такая тупая? Quick, stop at this place of mine! Она крикнула, они проснулись. А теперь у нас проблемы. Просто жесть, как я люблю этих тупых баб в играх. Не оглядывайся. Тут, скажем так, для большей эпичности разработчики сделали так, что я не могу не оглядываться. Да деревце-то прогорит скоро. Breathe. Breathe. Hugo. Hugo. Но ты его скоро потушишь. Этот чувак, походу, что-то понял. Он понял то, что этого мелкого на лучше. Лучше просто на что-то с ним сделать.
We're not done yet. We should go. Yes, I'm ready. We still have to reach the harbor. Да. Ну что ж, поехать еще в какое-то городишко. Устроить геноцид. Обратите внимание, а там костры вон впереди. Там что-то прикольное. Ну, друзья, игра уже движется к логическому концу. The rats did. I did it. No, the count and countess did. Let's go. Let's just go. Он говорит, он это сделал. Она ему не верит, потому что она тупая баба. The tremors brought those bloody eggs out in the open. Yes, they're still here. Always. Always in my head. Hugo. Let him, Amicia. You are not in charge. I am the one in charge. You obey me. Hear me? You obey me. All right. I think they heard you. I've never seen you do that. Because it hurts. I'm sorry. Малый. Может, ты не знаешь, но крысы очень хорошо плавают. Ну, да ладно. Главное, что мы смогли, у нас все хорошо. Там ништячок, значит, нам сюда. Ты лучше бы их на город отправил, к этим вот недобиткам. This happened because he's under the influence of that defiler girl. That's why the Count wants her dead at all costs. Let's hope it works. Defiler? You've earned a new title, Amicia. The Count's still alive and spreading his lies. Anyway, they're after us, so watch out. Осквернительница. Ой, а что ж там? Интересно. А давайте... Блин, ну горшок жалко, то хер с ним, я думаю. Давайте вот горшочек возьмем. Челу подарим. Он прикольно ж. А второй даже ничего не заметил. Кстати, а мы ж можем сделать этой херни еще. Только что больше я не могу. Интересно. Блин. Ну вы серьезно? То есть я зря сюда подошел, да? Давайте по... Понятно, мы не будем эту хрень трогать. Я думаю, что это не стоит того. А что если? И... Что мне кажется, мы очень много на этого чувака потратили. Проще никому не морочить голову. А вот так вот.
Болт. Болт вернулся, отлично. Так, к этой штуке мы близко подходить не будем. Так, а там какой-то... А, с копьем, чувак. Хорошо. Сейчас мы его тихонечко. Так, чтоб никто не просек. Задавим. Можно было в теории эту штуку разломать. Как понимаю, то что? Сюда выгодно нам идти. Так, стоп, Так. Окей. А тут у нас какой-то потный, да? Бензи. А, топовый сундук. Друзья, это неплохо. What do we have here? Отлично. Так, а вопрос, куда дальше? Вон там сверху еще что-то есть. Давайте сходим. А, вот он. Я думаю, что-то, что-то вроде как-то далеко я ушел. Так, а там вон челики гуляют. То есть мне по-хорошему надо туда на свет. Вон там чел ходит с факелом или с чем-то. Так, стоп, здесь крысы. А что если мы обойдем? Как-то вот так. Мне что-то совсем не нравится, то, что их здесь много ходит. Достаю. Stop them! He found us!
I'm coming for you! Что-то там понервничал и все. Так, уже увидел белый камень, сразу согрелся, думаю, сейчас туда еще спрыгивать надо. А зачем нам обратно в деревню? Так, а тут у нас топовый чувак, да? И как его можно убить? У меня нет вот этой суперскрытности. Техники убийства топовых вот таких чуваков. Так, идем наверх. Я думаю, она вообще может с ними не связываться. Так, ну один на один с ним разберемся. Это не проблема. Ну и неплохо. Ну неплохо, Швед. Сейчас сделаем немного ништяков. Так, а что там баба говорила с этой коляской? Давайте проверим, что с ней можно сделать. Куда это присунуть? Она вообще не катается. Хорошо. Еще какая-то жесть. Up and over. Так, я ж правильно иду? Да нет, походу. Help me. Yes. Thank you for saving me. Шалик никак не себя убивать. Реально. Come on. All right. Блин, да куда мне надо, я реально не пойму.
сюда куда-то. Ну да, все, все, я раздуплил. Угу. Она что, с другой стороны как-то? Вот это хрен. Так, а у меня там алхимия прокачалась, потому что я ж как-то там тушил факелы, там что-то делал. Yes. Please be alive. Please be alive. I can't believe our Countess is dead. I heard the Count is so devastated he won't even be there for the hanging. They built a gallows on the harbor square for Arno. They're hanging the walls, damn them. I wanted to see that. Yes, me too. He's not dead. He needs us. We don't have time. We must go. Really? Even after what he's done? All right. We need to reach that harbor anyway. We get Arno on the way and we get out of here. Ну, careful with the drop here. Так, у меня для тебя сюрприз. А то чувак реально не раздуплил, да, получается, что... Ну, отлично. Как хорошо. Так, хорошо, куда нам надо? Ладно. Фига себе. Там типа кувшинчик, да, у нас? С липкой шняшкой. Так здесь можно еще все проще сделать. Да, тупанул, чувак, извини. Тупанул, да. Тупанул. Что-то я забыл, то что там от этого чувака вся эта шняга разливается. Так, ладно. Сейчас сделаем все прикольнее.
Что, это наш? Это я могу им... Может, нам вообще все четенько замутить? Ты что, не боишься? Так, там еще один чувак какой-то где-то бродит и все. Вообще не хотел, конечно, их всех убивать, но такое. Хочется побыстрее это пройти. Да, потому что вот эти вот мои какие-то челленджи, там, где я пытаюсь что-то постался пройти. Оно как там на супер долго может затянуться. А, собственно, благодаря террористам часто отключается свет, поэтому я пытаюсь как-то все побыстрее пройти. Так. Внизу у нас есть крыса. А там у нас входит потный чел. Но здесь же еще один был. Надо его как-то обнаружить. Вон он. Что, есть смысл туда идти его убивать? Может, он что-то отдельное охраняет? Так. Что? Он по фонарям ходит. Бежать через эту всю тему не очень хочется. Ладно, черт с ним. Я сомневаюсь, что там что-то такое, что нам прям надо. Нож? Нож? Нож — это хорошо. Так, эту хрень мы трогать не будем? Серьезно? Можно ли его как-то крысам заманить? Или вообще его не трогать? Собственно, нахер он мне надо. Мы сейчас потихарю пройдем и все. И пусть он здесь тусуется. Сейчас он на второй круг пойдет. Я, собственно, втоплю. С одной стороны, классно вот этот перк иметь, который позволяет вот этих здоровяков убивать с помощью ножа. С другой стороны, как бы и нож на этого чувака жалко. This place looks like proper hell. The child will fix this. The child did this. He did it because of her.
accountant teacher. He'll show him the way to shine on the world. I just hope for my life to see it. Блин, мне реально надо в ту траву. Этот отвернулся. А что там? Какое это? Это сундук. Топовый. Так. Ну, здесь на самом деле... Встревать в эту всю тему не хочется. Но вот этот чел, он как-то мутно патрулирует. Этот уже идет тоже обратно. В идеале, когда должен этот развернуться. Так, а здесь что, ни хера нет? Так, ладно. Не очень хорошая идея тратить нож, потому что там еще куча чуваков останется. Ну, в теории вот этого дальнего можно и убить. То есть это не проблема. Главное, чтобы он как можно дальше отошел. И все. И все будет неплохо. А потом мы через то окошко пройдем. Как раз и болт вернули. И здесь какие-то ништячки подберем. И через окошко перепрыгнем, и все будет хорошо. Важно только понимать, где этот здоровый бугай. Так, он пошел обратно. В теории-то его убить можно без проблем. Но там есть еще один чел. Но того чела тоже можно убить. А стоит ли их вообще убивать? Куда мне надо? Просто реально непонятно, куда надо. Но его можно убить нормально только из-под тишка. В плане того, то, что выстрелит в эту броню, он получается как бы оглушается. И дальше уже ничего сложного. Так, ну мне кажется, реально туда надо. Только вся проблема в этом челике, который там ходит. No choice, I assume. No choice.
того чувака, который далеко идет, вполне себе можно без проблем убить с арбалета. И этот, по идее, ничего не должен услышать. Не знаю, давайте сейчас или убить его, потому что вдруг оно не сохранится. Если он его обнаружит, мы его убиваем. А он его, походу, обнаружит. Одну вообще мимо. Ну это жесть. Что там? А мне вообще фактически не встречаются болты, и это как бы не особо прикольно. Так, а куда мне надо? Тут тупо вообще ни хрена непонятно. Ну точно ж не сюда. А нет, сюда. После всего можно было никого и не убивать. Climb up. Болт. Давайте здесь еще посмотрим, может здесь еще что-то интересное. Но похоже, что нет. Там есть верстак, но блин, я ни хрена на нем не сделаю. Снаряжение. Вот это неплохая тема. Не знаю, я вообще, честно, вот так вот задумывался, что я бы, ну, готов, во всяком случае, переиграть эту всю игру по стелсу. Вот, но это, мне кажется, было бы реально забавней, но фишка в том, то, что это, скажем так, такой формат не при выключении света нон-стоп. Потому что, скажем так, в какой-то момент, когда ты проходишь, тебе вырубают свет, и ты вообще потом не понимаешь, как это проходить дальше. То есть, да, потому что ты там начинаешь либо на следующий день, либо там в этот же день, ну, там через, черт пойми, сколько часов. Так. Угу. Так, окей. Ну, сейчас спасем этого мужика. Ну что ж, сейчас спасем мужика, и все будет. Еще, друзья, собственно,
4 таких потных главы, и 17 это своего рода, как я так понял, что типа финальная. Так, мне явно не сюда. А там типа закрытый этот. А у меня для этих ребят есть прикольный подарок. Сейчас сделаем. Берем эту тему. А, так тут вообще прям подарок судьбы. Я как-то сразу не обратил внимания. А вот эта вот шляпа. Кто это там такой болтливый? Проебался, что ли? Это вообще пипец. Тут есть взрывная бочка. Как раз для... Стоп! Это ж не тот этот... Что ж с тобой такое? Ну. Так, надо... Ясно. Надо что-то придумать с этими чуваками. Но взрыв их мне вообще не останавливает, как я вижу. Так, есть стрела. Так, окей. Да беги, баба. Hang on, Amicia. You're doing it. Yes. They've got reinforcements. Ну, стрелка убить. I have a few extinguishers. I'll help. В
смысле? Стрелок, да? А что за стрелок? Лучник. Так, ладно, мы его пока не убиваем, он, судя по всему, там сам остался. Да беришь. Надо сначала все собрать, потому что это вообще хрень. Там вон сзади меня целый ящик с какими-то ништяками, которые сейчас пропадут. Так, ну вроде как там вон еще какой-то ящик есть. Точнее, не ящик, а эта штука. Так, окей, давай. Идем вперед. Мне важно собрать все болты. Потому что без болтов это вообще труба. Ну, вроде как все собрали. Не спасай мужика. Yes. Breathe. Calm down now. Let's free Anna, right? Yes. Please. Так, окей. Come on. Hugo says it was his. Что ж, друзья, похоже, мы уже прошли главу. You took your sweet time. Come aboard. Go collapse somewhere. Wait. And your mother? She won't come back. We must go. Now. I see. I'll take it from here. You, come. Never coming back. I know.
I wanted to tell her a lot of things. Me too. But she knew everything already. You were her greatest gift. She loved you the way you are, the way she made you. Да, с учетом того, то, что он сидел в заперти хрен знает сколько лет, то, что к нему нельзя было вообще попасть. Кто помнит первую часть, там целая история вообще. The scars? We keep them so that we don't forget. So that we can accept. Until they don't hurt anymore. Что ж, друзья, вот начало 14 главы. Проходить мы это как уже всегда будем на следующий день, друзья. На следующий день выйдет серия. А сейчас смотрим заставочку, собственно, ничего не пропускаем, чтобы помнить на весь этот дерьмовый сюжет. Come talk if you want. No. Fresh air. Что ж, друзья, до завтра. Я надеюсь, это было интересно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк, жмите колокольчик и заходите, подписывайтесь на Twitch. К сожалению, в связи с действиями террористов я не могу сделать какое-то расписание стримов, но во всяком случае я стараюсь сделать их более-менее регулярно. Поэтому заходите, во всяком случае, всегда можно просмотреть то, что было в записи. Там, допустим, вам будут приходить уведомления, вы можете смотреть то, что, допустим, самое свежее. На этом все. Всем пока. Удачи вам.